кошка от сглаза, а черная кошка к неудаче. А какие еще приметы вводят вас в трепет или сулят удачу? Давайте разбираться. Какие приметы вы верите? Черную кошку. Нет, я не верю в черную кошку. А вот ухо зачесалось? Да. Ухо чешется, значит к дождю. Левая рука, значит к деньгам. На ромашках гадаете? Да. Ой, раньше гадали, да, в молодости. А, вот еще приметы у меня. А, да, точно. Если я встречу близнецов, обязательно две встречи знакомых. Если вилка упала, значит придет женщина в гости. А это, если это нож, все время, это мужчина. Да, это мужчина. Уверена, что многие знают об этих приметах, но есть еще вестники удачи. Как жаль, что сейчас не цветет сирень. Мы бы могли попытать удачу и найти тот самый цветок с 5 лепестками. Согласно примете, цветок с 5 и более лепестками удачливый. Его нужно съесть, загадав желание. Ну а если вы его не нашли, ничего страшного. Антистрессовое занятие в виде поиска вам обеспечено. Если ласточка вьет гнездо под вашей крышей, то это однозначно хорошая примета. Считается, что эти птицы никогда не станут вить гнезда в месте, где есть опасность для жизни. Жителям дома будет сулить удача и успех. А если мне кто-то перешел дорогу, да, с полными ведрами? Да. Все, вперед тогда. Повезет 100%. Да. Если выхожу из дома, встречаю мужчину, значит, мне целый день повезет. Угу. Если еду на машине и кошка перебежала дорогу, значит, я в это как бы не сильно верю, но немножко не повезет. Но все равно как бы воспринимаю вот это. Мы уже привыкли к тому, что черная кошка перешла дорогу, жди беду. Но вы слышали о трехцветных? Это самый настоящий талисман удачи. Поэтому, если в дом забрело такое животное, не спешите его выгонять. Необычный окрас наделяет животных способностью предотвращать беды и неурядицы. В Екатерининском парке мы узнали еще несколько примет на удачу. С утра, если хорошее настроение, солнце светит, значит, хороший будет день. Если с торговлей, да, есть одна примета. Если деньги ставишь портретом к себе, значит, будет хороший день, хорошая удачная торговля, будет хорошая касса. Портрет, чтобы смотрел на тебя. Если аисты для своего гнезда выбрали именно ваш столб, считайте, вы счастливчик. Пожалуй, это самая распространенная примета, ведь их считают ангелами-хранителями домашнего очага. Но если аистов двое, ваше счастье приумножится. Не зря говорят, что аисты приносят деток.